Давай, давай, Вова, давай, давай! Давай, Вова! Свое умение работать в горах продемонстрировали ребята от 8 до 13 лет. Спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию с подъемом в гору, прохождение траверса и спуск с горы. На всем протяжении маршрута, правильно применяя тот или иной карабин, участники должны были последовательно пройти через все пункты страховки. Если перевязка, перил двое на одной веревке. Стоп! Не бери этот, улетишь! Другой, второй! Ребята участвовали в связках по 4 и 2 человека. Главная цель работы в связках – это безопасное преодоление сложного горного рельефа. Работа в связке подразумевает помощь своему напарнику в случае срыва или падения. Всего в этих захватывающих соревнованиях приняли участие более 140 человек.